Всем привет! Всем доброе утро! Сегодня у нас 23 мая. 22 день пути, путешествия. Да, нашего приключения. Мы находимся в Республике Мордовия. Остановились на стоянке платной с АЗС. Долго не было, ничего, уже потемно. Вчера мы были в городе Пензе, посетили прекрасный город. Как область... Остались в восторге от него. Понравилось как и область, так и город. Хотя город по населению в два раза меньше, чем Самара, но тем не менее зарплата там на средняя на 4000 выше. Город очень зеленый. Очень зеленые, большие проспекты, красивые, зазеленные, зачастую не видно жилых кварталов. Едешь по проспектам и не видишь домов, которые вдоль них расположены. Очень красиво. Заехали в прачечную отдать вещи и погулять с ребенком на детской площадке. Да? Да, такое чувство было, что в парке находишься. А сколько каштанов? Ой, да, там все в каштанах. Гуляем с ребенком в центре города, и соловьи поют. Великолепно вообще. Прям. Да, дочь его тоже понравилось. Совет такой, кто хочет переехать с Дальнего Востока в центральную часть страны, рассмотреть этот город, очень, как вариант, очень сильно понравился. Движение, хоть и 550 тысяч населения, очень спокойное движение, как-то без нервоза, без лишнего, очень было хорошо, нам комфортно. Понравился, комфортно, да, город прям покорил. Ну, а сегодня у нас впереди Москва, угу, по планам, назад. Да, ни шагу назад, отступать некуда, впереди Москва, едем дальше. Вчера с Пензы уехали уже под вечер, пока поужинали, отдохнули, в путь поехали, уже смеркалось. Особо снимать не получалось, потому что, ну, как бы камера все равно вам ничего не передаст, вы не разглядите, как показал опыт. Развилка на Саранск. Кстати, Саранск, согласно тем же интернет-источникам, живет очень хорошо. За последние, как написано, 10 лет, 10-15 лет он изменился на 200%. И средняя зарплата сколько? 34 тысячи. Для центральной России это просто, это мы даже 30-то нигде не видели, а тут 34. Как написано в статье, город весь, так сказать, вылизан, реконструированы все здания, ну все полностью, идеальная чистота, все везде блестит и сверкает. Но нам до него в сторону 180 километров, 360 километров делать круг, ну... Нет, мы на это, да, до Москвы 460, мы поедем до Москвы сегодня. Третье село, въезжаем, знаки стоят, конец предыдущего и начало другого, сразу же, как бы, ничего не меняется, дом к дому. И три села уже так едем. Сейчас посмотрим дальше, может еще будет. Продается вдоль дороги очень много нарды, ручной работы, шахматы резные всякие разные, матрешки, ну. Ну вот. Да. Сало продается. И шкуры какие-то. Ну. Да, конечно, молодцы. Есть дорога, почему бы нет. Ехали в Путятино. Вот основание, 1595 год. Да,
самолет какой. Ага. Этого древнего городка. Опять никакого намека на древность, кроме даты на стеле. Сейчас едем, и вдоль дороги лось стоит, вообще не боится, метров трех от дороги. Нам счастливого пути пожелали. В Рязанской области, конечно, очень много лесов. Приехали в Рязань. Откуда такой неприятный запах? Давай я с корточки сниму, у меня открыто. Две гигантские горы, по крайней мере, вот рядом с нами мы видим. Вонь стоит ужасная. Мы едем по трассе здесь, по безлюдным, откуда так воняет, корточки. А мы уже 12 минут стоим в пробке. Или движемся в пробке. Поехали, там реверсивное движение. А. Ужас. Ай, там вообще еще дальше. А вот новая свалка. Вот это новая. Да, старая. Да, это новая. Конечно, вонище отсюда идет. Вороны вон летают. И вороны, и копчики все там. Я думал, да, а это старая. Та старая, она уже вон зеленью офигеть, поросла. Там горы, блин. Фу, вонище невозможно просто. Там еще и вон схема этого полигона. Полигон промышленных отходов. Такая у нас в стране переработка мусора. Да, это новая, ага. Да, 40 минут мы простояли в пробке.
все еще идут строительные работы. Но, по крайней мере, есть движение. Дорогу очень узкую оставили, да? Сторону многокилометровая просто. Сколько мы туда стояли, столько же обратно. Но как же в два ряда изначально. А мы едем дальше. В объезд. Да, и хорошо. Сейчас вот представляешь, после этой пробки, чем в центре ехать. Ну да. У нас сегодня Москва по плану. Еще 200 километров почти ехать. Так. С той стороны огромные торговые центры. М5 Молл называется. М5 Молла, да. М5, потому что трасса М5 проходит. Выехали из Рязанской области, в принципе, небольшое расстояние было от города до конца области. Приезжаем в Московскую. До Москвы у нас 142 километра. Луховицы. И это всего лишь Московская область. Еще километров 100, может, чуть больше до Москвы. Вот такие пробки. Что же будет в Москве? Хорошо, что мы в нее не поедем. Быстренько мимо проезжаем и едем дальше. Дорога идет от Рязани. Ну,
даже не от Рязани, похоже, там были населенные пункты много, один за одним. А потом вот такая дорога. Река Ака. Лес такой густой. До Москвы 69 километров. Подъезжаем к Московскому Малому кольцу. Лес, конечно, вообще прям глаза радуются. Лес очень такой весь кудрявый. Домодедово. Вот, сворот на Домодедово. Натаха с Саньком, вам привет. Но мы проезжаем мимо, мы торопимся. А? Михайловская слобода. Река Москва. Второй раз уже за сегодня ее пересекаем. Едем по Октябрьскому до Москвы, примерно километров 13 осталось, и дорога проходит через населенные пункты. Еще не Москва. Народ едет с работы. Хорошо, что мы вечером проезжаем в ту сторону, в сторону Питера. Если бы мы переночевали под Москвой, поехали бы с утра, мы бы вот так стояли на МКАД. Это мирный город. Сейчас будет Чкалово. Они из одного в другой, только название меняется. Стоят перечеркнутые старые, новые тут же. Мы въехали в Люберцы.
Люберцы. Вот мы на МКАДе, теперь нам по МКАДу ехать до Химок. Ну как ехать, если это можно назвать ехать, скорость 20 км в час максимальная, и тут же тормозим. Пробочка закончилась, большая, километра 3. Едем дальше. Превращаются в бело-красные огоньки, да? Такой интересный пешеходный. Впереди, да? Пересаиваются они, конечно, вообще. Национальный фал. Едем дальше в Петербург? Да. Поплутали маленько по Химкам, выехали на Питерское шоссе. Не ожидал после такой славы по телевизору в кавычках. Питер оказался, Химки оказался очень приятным пригородом. Ну уже это Москва. Маленькие улочки зелененькие. Ну а мы едем подальше от Москвы.